Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені... Привет, дамы и господа. Слезы подруг опоздал всего на 75... Подожди, стоп. Где я опоздал? Я написал в Телеграме, что стрим плюс-минус 17.00 по МСК. То есть, ну, так и есть. Я запустил в 17.40. Это и есть плюс-минус 17.00. В чем проблема, не понимаю. Не понимаю, в чем проблема. Так что сегодня никаких опозданий, как бы. Все под контролем. Привет, Джинс. Твой голос в Телеге напоминает голос моего бати, а у меня нет бати. Лысина обидна. Да у меня нет лысины. Чё мне обидно-то? Где лысина-то? Это не лысина, это часть волос, как бы. Ну, я уже объяснял, все равно не верите мне, блядь. Реально лысина, да, блядь. Смирись, это лысина. Ну, хорошо, и чё? И чё? Артём в Украине живет с тобой? Да, да, ребят, живем, он вон там на кровати сидит. В одной комнате живем. Нет, Артём не в Украине живет. Толь, не хочу сказать ничего обидного, но ты вроде облысел. Я сам был лысым, потому что знаю, как неприятно. Поменять шампунь не помогло. Хорошо. Очень смешно. Так, посмотрел так, как будто он реально там сидит. Ну а что ты думал? Толь, не беспокойся насчет лымины. Это неплохо. Лысина — это нормально, не стоит стыдиться. Держись, братиш, все будет хорошо, целую. Спасибо. Хорошо, не буду беспокоиться. Ну а чем не париться-то, правильно? Спасибо за поддержку. Так, почитай лор Кенша зрителям, пока не начал играть. Там... немного. Ну хорошо, давайте почитаем. Акран, стоп, благодать, доклад. Говорит, там немного. Говорит, там немного. Здесь по алфавиту рассортировано миллионы писем. Что за коробочки слева от тебя? Зачем они? Вот это, блять, вы меня уже байтите, да? Потому что меня каждый стрим спрашивает, и я потом 10 минут рассказываю про предусилитель свой, блять. Все, не буду я больше рассказывать, нахуй. Удобные наушники по атмосферности, наверное, уступают норм ушам. Ну, блядь, у меня есть большие наушники, но я в них очень странно как будто выгляжу. И они мне давят на уши. Сейчас я покажу. Я просто в больших наушниках, я как-то ребенок какой-то, блядь. Сейчас... Ну, вот так вот я выгляжу в больших наушниках. Не, ну не так и плохо на самом-то деле. Ебать, я ничего не слышу, пиздец. Вы здесь? У меня не работает ничего, блядь. Алло, привет. Вот. В этих наушниках я в Counter-Strike играл. Apple, блядь, Global, нахуй. Алло. У тебя слева от монитора какая-то коробка стоит. Да я не ебучу, это за коробка, блядь. Можно покрутить, посмотреть, что она делает. Алло. Привет, сучка. Слушай, мужик, тебя, наверное, Толик зовут. Я тебя смотрю, и вот ты вроде смешной челик, но чего-то не хватает. Знаешь, я люблю советовать, поэтому советую сходить в качалочку. Оторваться от компьютера, отожмись хотя бы 40-50 раз на стриме. Да я еле-еле раза 3 отожмусь. Каких 40 раз, бро? Ты о чем вообще, блядь? Хочешь, у меня сердце отвалилось? А, это паста! Я не понял, блядь, не уловил пасту, сука! Хорошо. Главное это, в бане не ссать. Если в бане нассать на угли, могут быть проблемы, насколько я знаю. Поэтому не ссыте в бане. Нет. Но мне вроде рассказывали, ребята. Я-то сам не ссал. Где-то был 20 лет назад с таким советом. Ясно. Старт. Да, стартуем, ребята. Киншуем, как говорится. Блин, жесть, у меня запястье маленькое. Вы знаете, кстати, что вот эта вот часть, вот эта вот, она показывает предрасположенность к тяжелым всяким видам спорта. Пиздеж. Ну ладно, пиздеж и пиздеж. Чё? Ну наебал, получается. Что, впервые, что ли? Может, я вообще всегда вас наебаю? Может, меня зовут не Толик? Может, я живу не в Харькове? Кто я? Бэтмен? Дэдпул? Кто знает? Ладно, Толя, я видел тебя в клинчах, ты пил кофе и кушал сосиску в тесте. Ну, это очень возможно, но не в ближайшее время. Может, пару лет назад я реально мог ебануть в клинчах сосиску в тесте с удовольствием, как бы. Но в последнее время давно я не был в клинчах. Он 7 дней дома сидит. Неправда. Неправда. Я сегодня выходил на улицу. Че ты пиздишь? Сегодня гулял, между прочим, с утра. Ходил в магазин. Приятно провел время, как бы. Таким, потому что, ну, хомут это... Ой, стоп. Это полиция. Блять, стоп. Я отступаю.
не туда прибежал, блядь, в полицию забежал, прикиньте. А мне за Сниджа нужно... Блядь, чё он зашел ко мне в дом, нахуй? Ты кто такой? Кто ты? Торговка животными. Кто тебе разрешил зайти ко мне в хату? Сквиртонит, дамы и господа, будут его звать. Так, сквиртонит. Замечательно. Жаль, не анальный глист. Ну, что поделать. Мне нужна правая рука, да? Вот, правая рука. За косарь, ебать. Жесть. За косарь. А, левая нужна? А почему левая? Ну, здесь же логично, что правая. А, левая нужна. Да, здесь же написано левая. Вы правы, да, сори. А я могу прям у него украсть эту руку? У него, скорее всего, в сундуке здесь. Шанс взлома 33%. Блять, без руки сложно взламывать на самом-то деле. Купи просто. Да, блять, 11 тысяч дорого. У меня нет столько денег. Так, давайте посмотрим. Ну, у меня они есть, но это буквально все мои деньги. О, подожди, он съебался куда-то. Ладно, давайте попробуем вскрыть замок. Блять, он одной рукой взламывает, пиздец. Да взломай, блять. Пожалуйста, взломай, бро. Прошу тебя. Тебе нужна рука или нет, в конце концов? Да ты рофлишь! Пожалуйста. Все. Так, и шанс пиздить 78%. Бля, ну 78%. Ну давай, бро. Да как? Все, я съебаюсь отсюда нахуй. Бля, там турели. И что мне делать? Так, во-первых, давайте поставим себе левую руку. Ебать, я на пафосе. Посмотрите на мою роборуку. Она немножко странная, конечно. Она мне дает, кстати, перевес, по идее. Блин, ну я еще две ноги просто спиздил. И ремкомплекта ради денег, понимаете? Так, ну я чисто аккуратно пробегаю. На похуе. Уу! Изи! Изи! Пока, пацаны! Дежавю! Все, нормально, блядь, скрытность, чистый кайф. Посмотрите на мою новую роборуку. Блин, эта рука внешне, конечно, ну, не знаю. Не знаю, она какая-то не супер балдежная. Я-то ожидал, что у меня, знаете, как в Mortal Kombat будет, типа, рука Джакса какая-то, с которой я буду хуярить. Так, вот, путевую станцию по дороге. Если вдруг встречу как кого-то, с кем можно попиздиться, я готов. Проверить мою новую роборуку, так сказать. Не, ну с вами не буду пиздиться. Опа, а вы кто? Вы кто? Бандиты, да? Ой, что вам нужно, молодой человек? Проверка контрабанды, открывай сумки гладкокожей. Конечно, покажу свои вещи. Приемлемо, иди. Меня не уважают в этом городе! Я думал, шеки-кентики. Так, ладно, ебать. Пацаны, я слышал, вы бандиты голодные, да? Пацаны, голодны ли вы для моего арбалета? Нееее, промах! Это я умею. Так, братишка Шек, давай, блядь. Хуярим этих бандосов. На, 59. Ну все, я достаю меч и начинаю ебашиться с ними. Так, ну давайте, аккуратно. Одну дистанционную. Бам! Промах, понял. Ну давайте, все. Да все, убирай дистанционный, хуярься как воин. Блок! На! Минус 5, похуй. Фиксируйте, фиксируйте мой стиль боя. Как пошла-то рука? Уворачивается тварь. Так, минус 1. Помогаем братишке Шеку. Отнятая правая нога человека. Ну, соболезную, человек. Так, добиваем их трупы. Ну что там, пацаны, голодные бандиты? Соболезную вашему голоданию, ребят. Ну, такова жизнь, че. Уже себе их отхуярил ни за что, на самом-то деле. По большому счету, они, ну, как будто и не были виноваты. Нужен личный меч. Чистокровная шекская воительница. 7500 катов. Не найти лучшего союзника, чем шекский воин гладкокожая. А я одна из лучших в этом краю. Ну, 7500 дороговато, конечно, если честно. Но, с другой стороны, шекский воин звучит круто. Давайте, ладно. Давай найдем битву. Так, вот еще бандосы, но они странно меня не трогают. Не боятся меня, что ли? А, нет, они бегут за мной. Это ошибка с их стороны, сильнейшая, как бы. Ничем не поделишься. Бро, могу поделиться болтом, ебать, лови. А, не, он хочет поговорить со мной. Бро, а как тебе вот эта вот армия? С ними, может, пообщаешься? Блять, они просто на смерть идут, что ли? Вы что, прикалываетесь? Ну, давай. 76 арбалета сюда. Минус рука у типа. Соболезную. Блять, мои сразу же выбежали на кулаках сражаться зачем-то. Я не понимаю, нахуя? Так, гигант Ране уже приближается к переименованию. У меня нет стройматериалов. Нахуй ты врешь? У тебя есть стройматериалы? А, тут железный лист надо. Прикол, прикол, я уловил. Теперь у тебя есть железный лист, строй. Кто у нас в рулетке есть из женских персонажей? Есть Аня. Есть Азазулочка. Оставь гигант. Хорошо, пускай будет гигант Аня или гигант Азазулочка. Надеюсь, никто не будет против, чтобы хотя бы немножко оставить приколов. Пыня это тоже женская, да? Окей, я уловил чат. Бля,
Какой никнейм есть, такое и есть. Что я могу сделать? Это же не запрещенное слово, блядь. Что вы хотите от меня? Ну, Путин и Путин. Че, какая разница? Заебали, блядь. Че вы пугаете меня какой-то хуйней постоянно? Но это значит мужское имя, правильно? Тогда остается только еще Азазулочка. Все, а это убираем. И все, Аня или Азазулочка. Вот и все, вращаем. Так, изи для Ани. Очевидно. Гигант Аня. Ну да, да, конечно, конечно. Гигант Аня. Изи. Так, гигант Аня бежит. С гигантом Ани мы уже можем вдвоем начинать мутить какую-то движуху небольшую. Кан. Здорово, Кан. Поумерь спесь. И может быть мы договоримся. Я ни под кого не подстраиваюсь. Ты или нанимаешь меня, или уходи. Во втором случае умрешь, так и не поумнел. Сколько ты просишь? 6000 катов. Давай. Теперь ты мой гладко кожи, тебя никто не тронет. Да, без проблем, чел. Так, что этот Кан у нас умеет? Ебать, 20 силы, 25 стойкости. Шеки нормальные типы, короче. И его нужно переименовать. Респект шекам, как бы, вот что я могу сказать. Так, насчет шавермы. Давайте мы остановимся, ребят. Перекусим шава, ебать, по дороге. Куда она упетляла, блядь, ты чё? Куда она бежит? Чё, я ей дал шаверму, и она убегает теперь? Зачем? Я не могу ей управлять, она просто бежит куда-то. А, прер контрабанды, я понял. Голодные бандиты, вот. Пришло время банде разобраться. Ща, блядь, чуваки прибегут. Посмотрим, что вы там делать будете. Но их здесь довольно много, я не знаю, смогу ли я такой движ уничтожить, если что. Отмените задачи и бегите в город, прошу вас. Блять, я не понимаю нахуй, как работает эта игра, честно. Как я могу всем этим управлять одновременно? У меня 6 бойцов, 6! 3 из них рабочие, и я уже теряюсь. Как люди в этой игре управляют сразу, блять, сотнями человек, я вообще не понимаю. А банду всю выделяю и отправляю их на пизделку здесь. Давайте, сука, драться. Там гигант Аня нормально справляется, кстати, смотрите. Она блокирует все удары. Бля, они боятся гиганта Аню, походу. Гигант Аня уже положила одного. Так, Сниш врывается в спину. Кан подходит. Тройная работа. Вот она, банда. Первые противники банды. Все, минус еще один. А, вот, вижу, вижу. Го, сука. Месть! Сейчас буду микрить. Микрить как тварь просто, чекайте. Беру Сниджа. Откидываю дальний бой. Выстрел из арбалета. Блять, нихуя урон. Ну где вы? Я вас только что здесь буквально видел. Куда они убегают? А где эти голодные бандиты? Я только что их здесь видел. Я буквально секунду назад здесь их видел. Они трупами нахуй должны быть. О! Опа! А их расхуярили. Кто? Гару. Их убили Гару. Их просто уничтожили. Соболезную, челы. Так, ну давай, Кан. Анальный глист, дамы и господа. Замечательное, замечательное имя. Идеально подходящее. Рад, что выпало, как говорится, по классике. Возвращение легенды на ваших экранах. Как бы, чего уж тут скрывать. Все максимально серьезно. Анальный глист возвращается в игру, как бы. Ну, в нашей команде его скромно называют просто глист. Я сразу говорю, как бы. Шеки тяжелыми дерутся. Скажи, это гигант Аня с мечом. Я вообще похуй. Пожалуйста, можно металлические листы? Да, бац, бац. Блять, я все деньги проебал, подожди. Я не ожидал, что они так дорого стоят. Я слил весь кэш на металлические листы и на стройматериалы. Неловко. Блять, соболезную еще людям, которые слабые ПК. Дайте с кем-то пофайтиться нахуй. Дайте какого-то воина. А мы можем друг друга бить вообще, кстати? Как в бойцовском клубе, например. Я могу приказать, например, гиганту Ане ебнуть Сниджу по лицу. Нет, могу поднять его чисто. Эх, жаль. Давайте в руины сходим здесь рядом. Что за руины, интересно? Так, ржавая кольчуга здесь. Нифига. Что за кольчуга? Стандартная кольчуга. Режет скрытность, арбалеты, у ворот, скорость боя чуть-чуть. И ловкость. Спокойно можно анальному отдавать. Все. Плюс кайфы для анала. Анальный будет чувствовать себя прекрасно теперь. О, сухой паёк на полу валяется. Прикольно. Ржавая кольчуга зеленая. Бля, прикольные руинки, слушайте. Свои... О, еще сухой паёк, ебать. Какой сладкий хавчик. А бронелист — это бронелист. Угу. Мне кажется, папашки Кенши очень хорошо играют, блядь, в Warcraft 3. Знаете, типа вот там тоже нужно много действий делать. Как это называется? Мульти... Мульти-хуюльти, блядь, все вот это вот. Отправь глиста с кем-то пиздиться и ставочку нам завезди. Ох уж эта банда ставочников. Им лишь бы ставки. 25 меди. Ой-ой-ой. Кайфово, наверное, на крыше спать. Вполне. Вполне. Ты хоть раз спал на крыше, бро? Конечно, кайфово. Как иначе-то? Может, я прямо сейчас стримлю на крыше? Ты откуда знаешь? Мой любимый покупатель? Это я?
Прикольно. Так, оп, оп, оп. Сюда 5000! С нихуя просто, с нихуя. Адмак это чей город? Шеки, да? Шеки. Здорово, ребята. Так, ну чё, сейчас, наверное, возьмем еще одного шека себе в отряд. Бля, шеки прикольные, мне нравятся шеки. Они сильные, нормальные ребята. Рыба! Хочешь объединиться в команду? Думаешь, я присоединюсь к тебе, гладкокожий? Ты не достоин сражаться с шекскими воинами. Без проблем, сейчас придет анальный глист. С тобой побазарить, я не против. Здравствуй. Бля, это вообще ок, что у меня банда из шеков какая-то получается. Можно, конечно, сгонять в акулу. Ебать, можно сгонять в акулу там этими курьерами стать. Гашиша, блядь, в игре Кенши, на всякий случай, да, как бы. Так, хочу взять наемника, 6 тысяч катов, рыба. Давай, рыба, блядь. Блин, слушайте, очень мало у меня женских имен в рулетке. А Зазулочка только остается, и все, по большому счету. А нет, есть еще Мегуминтян, подожди. Есть еще Мегуминтян. Оно подходит, короче, это унисекс имя Пыня, поэтому пускай оно подходит для женского. Добавим тоже. Так, Азазулочка. Азазулочка. Замечательно. Где хоть какие-то враги? О, вижу! 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 Кто это у нас? А, это разведчик шеков, блядь. Один хромой бандит. Лысый. Идем его ебашить четвером. Попытайся убежать, бро. А, я нажал на него напасть, и он побежал сражаться со мной. Ебать! Что будешь делать? Так, Сниш убегает на финишную прямую. И это бой один на один. Воин блокирует. И еще блокирует. Наносит урон Сниджу. У него нет руки. И в итоге он падает. Ну, он сражался. Сражался до последнего. Но здесь рядом должны быть бандосы. Они там на горах иногда обитают. Насколько... О! Подожди, я, кажись, нашел их лагерь. Ебать. Вот сейчас будет замес. Вот сейчас будет замес, походу. Мы так чисто, знаете, сдалека зайдем, пообщаемся, поприветствуем наших соседей. А, это пыльные бандиты. Я постараюсь сейчас за Сниджа дистанционкой выманить каким-то образом. А за Сниджа попытаюсь одного какого-то кайтануть аккуратно, очень. Пока никто не видит, ебать. Тихий нокаут. Это нормально? Блять, насколько же я силен в скрытности, походу. Так, ну как минимум арбалетчика надо было вынести. Попробую убежать. А, он хочет подойти ко мне побазарить, походу. Давай, давай, братан. Сори, что с арбалета получил. Ебать, чё, 24 нанес. Но мы качаемся, мы становимся сильнее. Я не понимаю, кто побеждает, но вроде гигант Аня кого-то там вынесла. Так, Снич вроде дерется. Гигант Аня MVP пока что. Но вроде побеждаем. Вроде побеждаем. Так, Азазулочка один на один дерется с челом. Надо ему помочь, скорее всего. У каждого свой противник. У каждого свой противник. Так, Снич. Вроде блокирует. Наносит удар. Идет к следующему. Идет под крепа от чуваков. Блять, их там довольно много подбегает. Так, у Азазулочки явные проблемы. Давайте ее отведем немного. Снич вырубает своих противников. У Азазулочки пока проблем больше всего. Так, Снич вроде дефает. Гигант Аня без проблем разъебывает своих противников. Так, мне нужно срочно сфокусироваться на арбалетчике, что он будет мешать жестко. Ебать, он кулаками блокирует мои удары. Так, у Азазулочки очень большие проблемы. Так, все, разъебаны. Ласт. Все, лечим всех. О, здесь, кстати, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь это дохуя, я думаю. Плюс мы еще не восстановились. Там у Азазулочки вообще жесткие проблемы. Поэтому пускай вот эти три братишки стоят на пассивном. А мы тут аккуратненько, блядь, пока никто не видит. Как минимум арбалетчиками займемся. Ну, 5, я думаю, нормально. А, вот, у этого есть арбалет. А не, ну справедливости ради, это как бы, ну, слабые... О, он увидел меня. Тихо-тихо. Как он меня назвал? Пиздец. Так, все, хорошо, пускай они подкатывают сюда по одному. Ушибешься, да расскажи, бро. Ну давай нахуй. Начинаем из выстрелов из арбалета. Так, они подходят к нам. Ладно, в пизду эти арбалеты, я понял. You wanna fight? Погнали. Погнали, работаем. А, там все-таки остался арбалетчик. Так, пока кайтите их, я накинусь на арбалетчика. Подходи ближе. Все, они нормально по ним работают.
Арбалетчик уже разъебывается просто. На нахуй. Домашний чел. Да чё ты там дефаешь? Чё ты там дефаешь? Старик, о чем ты вообще? Они здесь нормально справляются? Пока вроде неплохо. Хотя нет, а зазулочку ебашат, причем довольно жестко. Так, надо снести арбалетчика и помочь им срочно. Да сколько у тебя хп-то, блядь, сдыхаю же. Все, погнали, погнали на хелп. А зазулочка упала, не страшно, не страшно. Мы все еще в игре. Снидж пока самый сильный воин. Так, кто еще упал? Нет, анальный глист держится, гигант Аня держится. Да что ты блокируешь, ты заебал? Давай, пройди уже по нему. Ну! Понял, гигант Аня разобралась. Вопросов нет. Добиваем. Добиваем до конца. У меня кишки болят. А там еще челы. Но их не так много, сейчас мы разберемся со всеми. Гигант Аня и анальный глист пускай бегут домой с Куин. Так, Снидж вас всех задержит здесь. Тихо. Ты дерешься со мной, сука. Все. Пускай они убегают. Они уже покоцанные жестко. Держись, бро. Во, хорош! Фракция «Пыльные бандиты» теперь ваш фраг. Давно пора, нахуй. Блок со спины! Чё творит, пиздец? Пиздец, чё творит? На, блок! Блок! Бац, по дальнему! Бьёшь спину? Ну ты и крыса. Блок, блок! Пошёл работать! Боец! Ебать! На! В спину отблокируй, отблокируй, бро! Дерись, блядь. Чел, смотрите, у него рука разъебана, просто там нет никаких мышц. Опа. Соболезную, бро. Но ты не переживай, как бы. Если что, протез поставишь. Я уже не первый день в этом протезном бизнесе. Опачки. Опачки. А за челик это награда? 3К, кстати. Неплохо. Неплохо. Ну ты за 3К идешь со мной, братишка. Ты за 3К идешь со мной. Если умрет, то 1.5. Но мы не дадим ему умереть, значит. Лечим пацанчика. Так, здесь у нас еще есть 4 чела. Хорошо, тогда пока полежи, наверное, главарь. Что за прикол? Блять, а кто это нас лутает? Блять, они голодных бандитов встретили. И забирают предметы наши. Вы охуели? Надо этого чела за 3К забрать. И сейчас помочь нашим чувакам. Ёбаные голодные бандиты, блядь. Вы пожалеете о содеянном, нахуй. Все, Снидж бежит. Бля, они не дадут мне, наверное, так убежать, да? Ладно, похуй. Скай, блядь, оставляю вам вашего главаря. Мне сейчас спасти моих челиков. Стой, 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 бро. Стой, нахуй. Я лечу к тебе, сука. Стой, тварь. В какую сторону он убежал? Подожди. Чего они там забрали? Ну ничего они особо-то и не забрали, по большому счету. Бля, куда он там убежал? Так, не, давайте, ладно, давайте сейчас все домой сходим, в принципе. Мы можем сейчас себе это позволить. А, я типа по приколу их троллю, я типа хромаю. А кто у нас хромает? Просто мой чел не хромает, он как бы троллит из-за того, что я общий этот поставил. Да, за главарем я вернусь, за главарем. 3000 на дороге не валяются, конечно. Но это было продуктивно, смотрите. Навыки прокачались у всех, то есть 26 стойкости, они дрались и никто не умер, никто даже конечности не потерял. То есть как минимум наши начальные наши воины занимаются кайфом как бы. Бля, больше нечего изучать. А почему я не могу это изучить?